Почему, блядь, какие-то индусы поют акапеллу, что? Мне больше нравится вот эта вот херня. Дистопия? Здесь прямо... Да. А что это за игра? Ну, просто музыкальная. Тут как бы заложены какие-то перкуссии, басы. А. Да, да. Ну, настраивать я тут не могу, но просто из этих звуков я могу сделать свою музыку, допустим. А это вот, как бы, кат-сцены, которые сделаны самими разработчиками. Ну, я догадываюсь, что они сделаны разработчиками. Просто не Костя же их прислал вам, как бы. И типа, можно больше звуков, можно меньше, да? Нет, этого, к сожалению, нельзя. Поэтому я тебя сейчас не слышу особо. Нет, я имею в виду количество звуков. А, это да. То есть можно попроще мелодию, можно полегче. Посложнее, вернее. Ну да, вот элементарно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь дорожек, чего как бы голые? Я мог. А. Ну, типа у них нет. Мне больше нравится. Здесь бас охеренный. Эту. Тут есть разные стили, это я так понимаю, какой-то то ли блюз, то ли джаз, я хуй знает. Ну. Знаешь, как-то так. Круто звучит, кстати. Не, блядь, как они это сделали, мне еще интересно. Это так это вот. Просто набор звуков, типа, и все да. По тактам идет, и все. Ну, понятно, по тактам, то, тоже придумать это. Ну, блядь. Еще стили всяких, хуили, можно так совмещать, так совмещать, прикольно. Если не ошибаюсь, вот это рэпчик, хотя я не пробовал ни разу. Это, мне кажется, какой-нибудь... Электро. Да. Блять, что это за хуйня? Бля, вот пришел человек и сразу испортил видос, блять. Иди ты отсюда, а. Всем привет. Уйди. Все, тебя нету. Всем привет, ребята. Вы на канале OnGaming. Сегодня мы смотрим стрим по какой-то игре. Не знаю название, к сожалению, но это не важно. Потом разберемся с этим. Вот. Тут мы создаем какие-то песенки. Очень все круто, прикольно. Какие-то мультики смотрим. Мы разблокировали бонус. И сейчас будем что-то делать. Мало кто знает, но такую же музыку можно сыграть на мозгах инжектора ВАЗ-2103. Ой, блядь, 2107. Такого не было. Интересно, а вот этот персонаж похож на разработчика, или это просто... Ну, давай выбери любого. Вот я последний, выбираю последний, да. Похож на Пашу Техник. Ну, на самом деле, мне не очень понравился. Кто? Ну, вот этот стиль музыки. Паша Техник. Ты про Пашу Техник или нет? Прости. Прости? Да. Мне просто не очень понравился этот чел. Это похож на этих, на Гориллаз. Ну,
Возможно, кстати. Как будто, знаешь, гориллы только в стиле электро каком-то. Кредибокс. Ага, круто. Я, так сказать, так подумал, ну просто, ну, мало ли. А Бразил это что такое вот слева? Блядь, сейчас. Ну я только недавно ее купил, и то это, когда еще на Турбазе был. Я вот только сейчас зашел в нее. Костя. В конце видели это Костя? Это да, был сети в Дискорде. Ой, блядь, Steam, если ты. Это, скорее это всего, у меня Ульяна в аккаунт вошла. Я пошутил. Бля, Костя даже шутить не надо. Потому что я понял, про что шутка, блядь. Вот это охеренно звучит. Я мозоль натю. Только она пиздецкая громкая, блядь. А, у меня нормально. Но это у вас, потому что стрим можно регулировать. Здесь, к сожалению, в самом нету. Такая хуйня была в YouTube Shorts с компа. Обновление в КС надо на 3 гигабайта. Мы это застали с Либо вчера, когда ты вышел. Что за? Ты снимался вчера? Здесь авто. Это автоматический режим. Он как бы делает сам звук. Бля, мне интересно попробовать вот этот больше, который мне всего понравился, и автоматический режим. Мне кажется, тут просто любые звуки поставь, это уже будет прикольно звучать. Так я от этого охуел, если честно. Япония какая-то. Гламур, блонды. Ну, есть такое, есть. Да тут стандартный набор: перкуссия, басы, что тут, этот вокал есть. Everybody gotta take a look in the mirror. You gotta see, I gotta skill you better. Don't even number one, get ready.
Get ready, get ready, get ready. Let me train you. Let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain, monsters, the monsters cry. Over my brain, there is no sky. Better her. No, better. Better. Yeah. Hurry, hurry. Better her. No, better. Better. Yeah. Hurry, hurry. Better her. No, better. Better. Yeah. Hurry, hurry. Какой еще стиль? Гламур, блонд, брюнетки. Так мы будем Майнкрафт подключать, нет, Алёша Попович? Можно. Ну это мне надо скачивать, кстати. А, блять, а я не... Я не знаю, скачан ли у Кости, скорее всего, нет, да? Да, скачан. Я не удалён. Надо попробовать зайти мне в дню, потому что я сидел. Пустое пространство, какой смысл? Что, я спою? Ты не пал? Чувак по центру видосик, наверное, на... Да, все, спасибо. Блять, это... Я... Только смотри, важный нюанс. Я заканчиваю не потому, что этому долбоебу захотелось в КС. То есть это вот абсолютно важный нюанс. Я заканчиваю потому, что послушали музыку, видео хорошее, не особо длинное, все замечательно. А ты ни при чем вообще, блять. Пока ты не пришел, видео было вообще прекрасным. Когда ты пришел, он стал... Да, поэтому хорошим. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.